послание. А, это вот куда ты хотела, да? А, ты из-за этого расстроилась, да? Я на это даже не тренировалась. На это не тренировалась даже, да? Да. Ну, расстроилась из-за этого? Есть такая штука? Нет. Как ваше настроение? Отлично. Кингири сделай и пониже сразу раз, полукругом раз,
Немножко для людей загнили. Вот. Загнили немножко. Молодец. Давай. И пошли гонять в марафоне в режиме 50-й. Тут быстренько сейчас прогоним. А то мы с 59-й прогоним. Потом доберемся до черного полоса. Ура! Сразу с 9-го? Ну да. Сочи. Давайте сразу. Маленькая набора есть? А, я обращал свое внимание на то, что поезд должен в конце быть одинаковой длины. Вот залежи их одинаковой длины, сделай одинаковой длины. Если так коррекцию с техникой делать, то же самое сказали тебе, и ты какую-то паузу делаешь, то оно будет также достаточно проблематично. У нас один учебный нож валяется вот там. Кто у нас с ножом делал? За колесом. А это больно. Что? За колесом надо складывать, надо забывать. Старайся это делать до тренировки. На плечи туда, раз. Щет!
плеч, вот отсюда, плеч, сверху, сверху, начало отсюда. То есть, понимаете, начинаем двигаться отсюда. Раз, два, три, ши. То есть десятки сделали мы, да? Ос. Молодцы. Что мы там дальше продолжаем? Вот они хидали, сделали. Японку метри один. Мугури. Четыре раза. Хаджима. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Вместе все мы встали. Ще. Будешь. Диссонанс получается. Хантай. Два раза это два. Два человека выпили сразу. Трое остались, двое выпили. Не поправляй. Это настрой такой страшный, все вот это вот уход в себя, ягодица своеобразная, как качается вот ребенок, да? Она начинает поправлять, уходить куда-то там, такой вот, в интернет играет подальше от этого мира, там где все получается, все красиво, красочно, не уходи. Мугурой, четыре раза, хаджима. Ос, 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 ще, ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Четыре раза. Ос. А тут, когда мы переходим, делаем удар, мы перешли, сделали. Здесь не сразу же вот так начинаем двигаться нога назад и руки подготавливаем. Не сразу же. То есть перешли, сделали. Перешли назад. Делали. То есть переход, техника. Помнишь, всегда вот есть такое требование, переход, техника. Оно будет присутствовать на белый пояс, белый с полоской, голубой и так далее, так далее. Вплоть до черного мыши. Черные пояса, когда приезжают на школу к Александру Ивановичу, он всех катает, заставляет все, даже поворот, стартый шаг, техника, поворот, все черные пояса, вторые, третий, четвертый, пятый гады, они всех катают. Он заставляет это делать. Потому что забывается, и вот это все чистит. Люди разъезжаются и по всей России начинают так бы это дальше. Хантай. Ще. Вот она единственная, кто держала руку сверху. И помните, мы Т2. Помним? Ос. Японку мы Т2. Сэкивает судьи тюдор. Это атака. Вы атакуете, потом защищаетесь. И делайте контратаку. Защищайте блоком сэйкен маэгэдэн марай. Хидзагири. Не сразу как бы такой большой охват всех вместе собрать в кучку, а короткий. То есть ты сделал, а раз, ручки раз сюда, в это положение обхватил, сделал, назад вышел, ще! Мугурой, четыре раза, хаджима. Ос! Ос, ос, ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Хантай. Ще. Саня, хантай делается прыжком, а не как ты. Раз, два, вот это все. У тебя настрой никакой, как плохо. Мугури, четыре раза, хаджима. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Санька, возьми две монеты. Раз. И кулачки должны быть сжаты. Они у тебя расслаблены, потому что это побуждает. Там, где нужно делать пальцы, как используются, делай с монетками, хорошо? Мы поймем все это дело. Науре. Ос. У нас осталось техёку катасунич. То есть надо как-то шапку по порядочке ставить, так, чтобы вы помещались. Техёку сунич. Ей. Мугурей. Хаджима. Ос. Саня,
Ос. 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 Че. Ос. 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 Че. Науры. Ос. Саня, не отходит вот таким вот образом. Выходит сразу с точки, ставит ногу. Все. Нет вот такого отхода в сторону. Его не существует. Так ёб сон ищет. Ей! И после всех сделал. Угадайте. Соберись. Так ёб сон ищет. Ей! Мугурой. Хаджина. Ос! 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 Че! Ос! 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 Ос, 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 че, ос, 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 че. Науре. Ос. Не поправляйся, Саня, не делай ничего. Сделал, вышел, встань. Замри, настраивайся. Десятый сделали, девятый ос. Помните? Ос. Майки на бороде. Майты! Че! Много лишних движений делаешь. Ты и так вот куча должен позиции контролировать. Ты к этому контролю загружаешь мозг еще лишними движениями всякими. Не делай. Науры. Ос. Дай сантин дать. Ей. Майты! Че! Опять двое выпало. Те, кто не помнит, либо в облаках летают, потому что устали, либо как-то еще отключены. Тихон, ката, девятый, тут подсчет. Эч. Ос. Ми. Ос. Сам. Ос. Локоток снизу старайтесь. Си. Ос. Г. Ос. Р. Ос. Си. Ос. Че. Мугуры четыре раза. Хаджима. Ос. Ос. Саня, ос. 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 Сюха, ос. Ос. Ос, че, ос, 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 Саня, ос, 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 че, ос, 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 че, ос, 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 че. Саня, дважды два сколько? Пять, четыре. Вот, то есть ты сейчас, когда вот считал, у тебя мозг думал, да? Частенько сосредоточиться на поставленной задаче, которую ты выполняешь, мысли посторонние, они мешают. Когда ты говоришь ос, оно отвлекает несколько, и ты в ритм входишь. Каждый, когда говорит, каждый друг дружку все его скрепляют, получается хорошо. Попробуй то же самое, вот сейчас вот говорить ос, 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 говорить 10 раз, а я тебе задам, а ты сделаешь это там. Хаджина. Ос, ос. 5 у 6. Ос. Видишь, ты задумаешься. Чтобы тебе задуматься, нужно прекратить счет. Если ты будешь считать, не сделать, не отвлечься никак. Ты будешь сосредоточиться на поставленной задаче. Понимаешь? Еще в том числе не будет тебя беспокоить вот что-то извне. Понимаешь, если это сейчас, к примеру, беспокойно, ну, любые там ситуации. То есть позволяет сконцентрироваться на поставленной задаче. Откуда дать? Ос. Майка Добара, ей? Майты! Че! Цейки на Гаути марафоне, цейки для Куцуки. Дзюдон отдельно, отдельно Дзюдон, отдельно Гэдон. После сейка на гаути, когда сделаем цикуцу дайте, потом сачин дайте, потом в какуцу дайте. Махата? Ос. А если Саня будет поправляться постоянно, мы еще бусы дайте будем делать. Да. То есть, а гаути делаем в трех сейках? Ну да. Ос. Сейкинг и акуцуки то же самое. Ос. В режиме марафона быстренько, чтобы прогнать, и чтобы мы привыкли это делать, чтобы мозг не тратил на это время, потому что если посмотреть, проанализировать, десятый марафон быстро делаем, потом девятый. Вот, допустим, вот пример простой. Так, что мы делаем, ос. Там
Сказали 5 раз сделать. Это 5 слов, цифры ни о чем. За тренировку по 10 раз, куча раз можно делать многие кадры. Это кто ездит постоянно на соревнования. Вот делайте первый раз нормальный темп, второй около дела, третий падает, четвертый падает. И видно, что как бы мозг начинает подтупливаться немножко, тяжелее становится. То есть, когда ты преодолеваешь это вот состояние, то есть получается, что ты приобретаешь необходимое качество для того, чтобы много кихона делать, независимо от того, что вокруг происходит, как ты устал, не устал. То есть ты автоматически поставленную задачу выполняешь, не отвлекаясь ни на какие прочие вещи. Все очень просто. То есть для этого мы в разных точках и делаем, чтобы приобрести это чувство, чтобы понимание было, как мы в нее вышли вот в эту позицию по высоте, и в ней остаемся. Цеки на Гаути, Дзинкуцу дайте прошли, сделали, Санчи, Капуцу. Потом Цеки на Гаути, точно так же, Дзинкуцу, Санчи, Капуцу. Режимный марафон. Маката? Мугурый, Хаджимай. Ос. Ос. Ножка подошла, плавненько, аккуратно, не касается. Ос. 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 Че. Ос. 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 Че. Ос. 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 Локоточки слишком широко, не делай. Вертикально. Ос. Ос. Капуцу дайте. Пониже. Пониже. Ще. Ос. Ос. Все вместе. Вторая шеренга. Все вместе. Ще. Надо вместе делать. Ос. 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 Я Куцуки. Это разносторонняя рука моя. Алена. Ос. Ос. Ще. Ос. Молодец. Ос. Ос. Че. Ос. Ос. И еще средний ос. Уровень, еще разок. Че. Еще разок. Ос. Саня, соберись. Ос. Ос. Че. Саня, в разнобой делайте. Ос. Все вместе. Ос. Ос. Как будто ката делаете. Че. И дальше продолжайте. Ос. Гэдон. Ос. Гэдон. Ос. Че. Чудо. Гэдон. 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 Че. Санчиндати. Ос. Гэдон. Ос. Гэдон. Ос. Гэдон. Малоте. Че. Ос. Гэдон. Ос. Гэдон. Ос. Гэдон. Малоте. Че. Чудо. Ос. 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 Не шатаясь. Че. Ножка быстрая, переход плавная. Ос. Ос. Че. Гэдон. Ос. 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 Че. Ос. 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 Че. Курсу дайте. Тоже Гэдон. Ос. Я Курсу. Ос. Че. Ос. Разноименная рука нога. Ос. Че. Ос. Чудом. Солнечное сплетение. Ос. Че. Ос. 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 Че. Локоть снизу. Ос. Снизу. Стремитесь. Ос. Ос. Че. Ос. 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 Че. Наура. Ос. Наура, куда мы выходим из Капуцу дайте? Вперед? Назад. Вперед. Ой, вперед. Если на... вперед мы выходим, выходим назад. Все правильно. Правильно сказал. Назад выходим. Все хорошо, если немножко растерянно. Устала? То есть мы удары сделали. Сейчас то же самое, но в блоке. Сейкен, тюден, учи УК, сейкен, тюден, соту УК. Учи УК. Напоминаю, то, что нужно, когда вы делаете замах, рука сюда, до того положения, чтобы локоток был спереди. Вторая рука не согнута, а прямая. То есть растянуть, как будто вот два человека сзади какой-то стал, да, и спереди. То есть отодвинуть. Это рукой мы отодвигаем противника для того, чтобы вывести и сделать в сторону. Пояс в этом положении должен быть под 45. Длина вашего движения под
90 волт, вот посередине. То есть фронтальный замах, замах в сторону, фронтальный в сторону, фронтальный в сторону, фронтальный в сторону. Локота. И будет отгибаться, научу УК, не забывайте. Также в трех строчках. Цинкуцу дайте, санчин дайте, капусу дайте. Локота. Мугуры. Так, моя гэта барайей. Камайты. Че. Мугуры. Хатын. Ос. Ос. Сзади нога прямая, Саня. Ос. Че. Нога прямая сзади, Саня. Ос. 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 Че. Ос. 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 Ос.
Ос. Ич. Ни. Ос. Ич. Ни. Ос. Ич. Ни. Ос. И на один счет. Ич. Ос. Ни. Ос. С. Ос. Си. Ос. Г. Ос. Р. Ос. Майди и тюдом тюсов. Мурый каждый. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Молодец. Представь, что ты срываешь погоны. Для этого надо поднять их сюда. Дальше вот в 90, как говорили, ты срываешь погоны, представь, что как это раз. А лучше рукой, знаешь, как объяснять? Сбоку тебе показать. То есть сама. Представь, что ты шпагу берешь и достаешь ее. Да. То есть как будто шпагу берете, вот и достаете. Раньше вот вообще вот так вот делали. И сейчас вот дистанция, то есть интерпалочку, подводить эту базу техники каратэ кёкусинкай, как реально применение самообороны, скажем так. Интереснее стало намного. Занимательнее. Учебу-ка сделали, да? Ну, уже маягири. Так, маягири сделали. Молодцы, кихонката сделали. Науре. Вот. Майгэ дамарае. Мэйте! Ще! Самбоку мэйте! Секина цюки дзёдан, тюдан, гэдан. Назад отходим, дзёдан укэ, секин сото укэ, секин майя гэдан барай. Гяку цюки гэдан барай. Покатэ? Ос! Подсчёт. Эч! Ос! Не! Ос! Стойку контролируйте. Сан! Ос! А вот эч! Ос. Не. Ос. С. Ос. Ще. Ос. Алена, сделай соту УК. Соту УК сделай. Это учи УК. Учи это наружу. Май вперед. Ушира назад. Йога в сторону. Учи УК это наружу. Наружу. УК блок значит. Учи наружу. Учи УК. Раз. Наружу. Сота это внутрь. То есть приставка есть, и в блоке сотовка, и когда ты майки делаешь, то есть раз, сотовка, сотовка тоже приставочка будет. Здесь надо, чтобы в момент нанесения удара, когда ты наносишь, по прямой тебе лечит рука, чтобы ты отодвинула этот нанесенный удар, чтобы в сторону слила на нет всю атаку противника, то есть чуть-чуть подальше, хорошо. Мугурей 4 раза. Каджу. Ос. Ос. Саня, собери точку, встань. Ос. Ос. Я стою на одной линии ноги во второй раз. Ос. 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 Пальчик спрячь. Ос. Пальчик спрячь. Ос. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Какой раз? Ос. Четвертый. Ос. 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 Ще. Ос. Хантай. Ще. Мукуры. Четыре раза. Каджима. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Лакон снизу идет. Полный ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. У каждого, который делает, как бы графа такая есть, ну, сверху вниз, сделал столько раз, сколько там на 10-й тип, на каждый пояс. Чем она больше раз, тем у него уровень, статус выше как-то, ну, скажем так. Ну, не статус, а опыт его, статус это положение смотрите. Опыт больше. Кто-то сделал больше, а все гораздо больше сделал, его поменьше сделал там. Кто-то, остальные ребята тоже поменьше сделали. И есть путаница иногда. Сбиваешься, когда невнимателен. Эта путаница может быть и от того, что устал, допустим, много домашних задач. Планировал одно, тебе надо ехать на тренировку.
да, то есть невнимателен, поэтому надо ОС говорить, вначале концентрироваться, то есть осуществлять всякие разные вспомогательные действия, которые помогают сконцентрироваться на этом. Ну, надо понимать, что это тяжело, что все-таки дети сами. Вот у тебя все, вот уходить в сторону, вот, вот это, манерки выкладывать, вместо того, чтобы слушать. Видео я каждый раз заливаю сейчас доступом уже открытым. То есть можно посмотреть на первой тренировке, как было на второй, на третьей, какая динамика меняется, не меняется. Можно будет в будущем посмотреть. Заметь не только тебе. Now, right? Айсель? Можно сесть. А что такое? У меня очень сильно бедро болит. Можно? Так, тудун-тудун. Сам комитет сделали и пошли блоки. Делали блоки. Сделали. Осталось только... Отвлекся. То есть хотел сказать, что у нас есть всегда спортсмены, которые периодически под рядом всяких причин как бы находят возможность вполне легально как бы увильнуть как бы. Вот. С точки зрения руководителя организации он всегда принимает меры какие-то. Неважно, там уважительно, нет, второй, третий, четвертый, 50-й раз так случилось, то это уже явно не совпадение, он принимает меры, чтобы поставить все так, как положено. Либо человек принял решение. Так, тайкёку сону ни. Чем отличается от тайкёку сону ити? Алена? Егор? Удары руками бьются ринцюзом. Тайкёку сону ни? Кирилл? Все удары бьются дёрн. Ты сдал на синий с полоской и не знаешь, ну, ты чего в самом деле? Соберись. В конце прочитаешь на свой пояс то, что надо. Как я тебе подам, ты прочитаешь слух. Хатэ? Ос. Вот. Тайкёку сону ни. Все удары делаете в зёрна. Приготовились. Мугурэй. Хаджима. Асель, можно? Ос. Ой. Ос. Извини. Ос. Подшатнули немножко, ножку подтянули
и возврат прикрытия, назад отошли. Ич. Ос. Ни. Ос. Сам. Ос. Возврат прикрытия. Молоты. Ще. И мугуры хаджу. Ос. 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 Если ты считаешь, что вперед убежал каждый, то тебе стоит подравняться. Мугурой, приготовились. Еще раз зачитаю из методического пособия, что там звучит и как. Потому что ты делал неправильно. Ты много разговариваешь. Что-то не так, значит, надо сделать несколько раз повторить, чтобы оно всплыло у тебя. Ты сейчас этим должен заниматься, а не разговаривать. Секинг я куцуту тюдор. Мои вери тюдор тюсоку. Возврат прикрытия. Назад отойти надо. И назад отошли, приготовились. Мугурой. Качем. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Точно ничего не так? Вот. Асюха, есть у них ошибки какие-то? Нет. Ладно, позже мы к этому вернемся, разберем в конце тренировки. Наура. Ос. В некоторых рунах делается с шагом вперед. Но не в этом. Есть такие нюансы, иногда не забывается, как помню, то есть раз, шаг вперед, раз, 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 но не выйдет. Куда дойти? И пошли восьмой день катать. Вот. У вас еще полчаса есть счастье и торжества. Тёпусенькай. Надо разуму. Куда дойти? Ос. Хитари сантин дайте. Ей. Мэйты. Ще. Ич. Ос. Татэцучи под 45. Под 45, Саня, под 45. Ты невнимательный. Ты это все помнишь, но тебе нужно заставить себя быть внимательным. То есть хотеть это делать. Ты не хочешь, поэтому ты не можешь собраться. Ни. Ос. Вертикальный кулачок. С. Ос. Вертикальный. Когда гейдер мы делаем, локоток стремится к центру. Чудом тоже. Звездом тоже. Он такой коротенький удар. То есть тут надо делать. Вариантов нет. Какие-то другие варианты, они не принесут никакого результата однозначно. Тут делать надо. Ич. Ос. Ни. Ос. Саня, у тебя рука снизу пошла, снизу, вот так вот, она снизу не идет, ты должен по прямой ее сделать. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гэ. Ос. Ще. И подсчет. Ич. Ос. Ни. Ос. С. Ос. Си. Ос. Под следующий счет мы делаем засуг и руку ставим и замираем в этом положении.
То есть на каждом зерном тюбер бедном так надо будет сделать. Ич. Провалились. Постояли, привыкли, равновесие. Заступ надо сделать так, чтобы когда вы с реверсом крутитесь, туда дзюнсюки дзюдан сделаете, чтобы у вас ножки были, не были одна спереди, другая сзади. Не. Ос. Коленочки пошире. Стоп, не в сторону у нас стоят, а внутрь. То есть постояли, бедра вперед подбили, спинку выпрямили. Какой уровень сейчас у нас? Дзюдан. Значит, выше плеча. Так, чтобы явно было видно. Эч, скрутились, заняли, скрутились, постояли. Ми. Ос. Постояли коленочки в стороны. Когда внутрь их заужаешь, стоять тяжело становится. Саня, широко не делай стойку, потому что у тебя колени в сторону не расходятся так. Коленки в сторону, вот так. Ич. Скрутились, средний уровень поставили, постояли, не падаем. Ни. Ос. Правый сделали. Здесь мы что делаем? Прямо с этого положения сразу же поднимаем локоток вперед, так, чтобы локоть стоял фронтально вперед. Ич. Замах сделали. Вперед. Не в бок сюда, а вперед. Я только что сказал. Надо слушать то, что говорит тренер. Здесь такое движение, такая траектория. Раз, два, и в сторону отвели. Ос. То есть рука, вот эта центральная осевая линия вашего движения, должна наносимый удар захватить. То есть рука должна пройти это положение. Когда мы здесь сделали, вот здесь вот у нас получается 45 градусов. Раз, ручка согнута под углом. 45 градусов. Здесь тоже 45. Раз, раз. После этого, когда мы сделали следующее движение, ручку вниз выпрямили, вот с этого блок и начинается. То есть вот это подготовительное движение к этому блоку. Сдвинули локоть, чтобы попал сюда вот прямо. Раз. И вот с этого положения Гэдан Барай должен центральную осевую линию задеть, то есть перейти через нее. И здесь то же самое. Не, вот, не отсюда блок начинается, вот здесь он не отсюда начинается, он начинается вот от центральной силовой линии. То есть надо, для этого мы сдвигаем. Сдвинули, то есть мы приготовились, сдвинули, раз, подняли. По диагонали в этот угол вот так вот, вот сделали. И развели в стороны. Чтобы если подойти к стеночке, если подойти, они должны быть на одинаковом расстоянии от вас. Они так, что бедра болят поближе, либо наоборот. То есть они обе должны быть на расстоянии. Развести жестко, жестко развести в сторону, прямо развести, как бы разорвать. Ич, ножку подвели, ручки подняли. Ни. Ос. Ще. И подсчет. Буду считать чуть-чуть побыстрее, чтобы вы успевали. Ич. Ос. Ми. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гю. Ос. Рю. Ос. Мы фиксируемся на повороте. Не забыли? Другая рука. Другая рука. Другая рука. Другая. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Ич. Вот так вот ровненько вперед. Вот. Ни. Ос. Сон. Си. Сдвинули. Г. Разорвали. Ос. Вот. Вот если так делать, все сдадите четко. Сдашь четко. Ич. Ножку подвели. То есть сначала с этого места. Не будете делать, по моей мере, зёдрами держать в воздухе то же самое. С. Ос. Ще. И подсчёт дальше. Ич. Ос. Ни. Ос. С. Ос. Си. Ос. Г. Скрутились. Ич. Ос. Ни. С. Ос. Си. Молодец. Г. Ос. Р.
Шрик. Вот, запомнил, что по центральному локоток должен. Молодечек. Эч. Ос. Приготовили руку. Не. Ос. Сам свели. Ос. Г. Разорвали. Ос. Р. Приготовили на изделие зеленым. Не. Ос. Ще. Молодцы. И теперь вот это все на один счет. Каждое движение на один счет. Ос. Эч. Ос. Не. Ос. Сан. Ос. Се. Ос. Г. Ос. Вкручиваться надо, обязательно вкручиваться. Сан. Ос. Молодец. Се. Ос. Молодец. Г. Ос. Не в конечное положение, так, мы должны. Не в конечное положение, то есть по прямой, если вести, она должна рука быть не просто в конечное положение, а раз, два, и провести здесь, ты же отодвинуть удар, который тебе наносится, удар наносится, ты его должна отодвинуть в сторону, правильно, такой силовой мощный блок. Пич. Ос. Ты смотри, как сейчас сделала. Поставила и сразу же сделала. То есть рука. Вот она траектория, где блок должен быть, и делала против человека, который в той стороне. Тебе нужно свести и в сторону разорвать. Свести, разорвать. Свести, разорвать. Свести, разорвать. Свести, разорвать. Покатай. Ос. Ручки поставим так, правой сверху все. Саша, правой сверху, правой сверху. Ич, свели, разорвали. Ос. Ич, свели. И вот эта рука сверху, она как бы вот так вот, раз. Да. Разорвали в сторону. Эч. Свели. Разорвали. Ос. Не. Свели. Разорвали. Ос. На один счет. Эч. Раз. Ос. Паузы. С небольшой паузы делай, как он в кадр. Эч. Раз. Ос. Не. Раз. Ос. Сам. Раз. Ос. И здесь обратите внимание, что кулачок относительно вот центральной вашей линии движения должен стоять не вот таким вот образом, а здесь. Помните, как санчиндати, то есть мы когда выходим вперед, ручку вторую поднять, они должны соединить одной палочкой. Да? Если взять вот нашу линейку, то есть. Ич. Раз. Ос. Не. Раз. Ос. Сам. Раз. Ос. Си. Ос. Продолжаем дальше как-то вспомним, какой этот момент был у нас. Ич. Ножку подвели, сделали, поставили. Ще. Вот. Когда разделяешь на моменты вот это все, сразу же легко становится и понятно. Вообще идеально. А несколько раз так сделаешь, запомнится и будешь хорошо делать, будет все четко. Мугурей. Четыре раза. Знаете, почему четыре раза? Саня, соберись, перестань шататься, как медвежонок, который на спячку гуляет. Ну, сейчас так получается. Ты спячку засел, короче, а тебя тренируют. Пытается, да? Четыре раза, потому что в Японии четыре – это смерть. Нет, это 4 января. Каждому свое вспоминай и никогда не забывай. В вашем случае это 4 января всегда проходит наша зимняя школа. Она проходит так, не просто так, а чтобы календарь иначе там присутствовал и не переживал особо сильно. Покатай? Ос. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12 лет прошло. А все еще вот мы вспоминаем 4 число и покупаем 4 огурца, 4 яблока, 4 чесночка. Если что-то штучное берется в количестве в несколько. Приготовились 4 раза. Мугурей. Хабар. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ос.
здесь вот сдвинуть. Раз. Сдвинуть и развести в сторону. Потом это присутствует у нас, когда мы делаем ката. Например, теншн там последний раз сделали, да? Последний раз сделали. И здесь присутствие. Перешел и руки. Раз. Блок отсюда начинается. Когда начинаешь делать, он где-то отсюда начинается. То есть отсюда блок. А нужно вот отсюда. Здесь. И здесь зацепить. Раз. Потянуть. И сделать. И второй раз то же самое, то есть получается. То есть переходишь назад и ручки зацепить надо. И здесь то же самое, центральное вот это дзюдо, направление кулака, да, который летит. Развести и выдохнуть медленно. То есть вот здесь то же самое, то есть когда мы делаем, да, раз, зацепить и развести в сторону. Вот оно будет присутствовать, вот, вот эти базовые какие-то в каждом блоке, где-то в каких-то других еще блоках. Покатать. Ос. И мы сегодня и восьмой даже чуть-чуть разобрали. Науры. Сами перестань шататься. Соберись. Майя гена барай. Ей. Камайте. Ще. Секонд. Мороты. Тюдан. Лучше укай. Раз. Да. И делаем, разбиваем на счеты. Эч, поворот, замах. Локоток по центру жестко. Здесь кулачок у нас горизонтально пальчиками вниз. Плечо, чтобы четкая жесткая конструкция была. Вот она такая жесткая. Здесь тоже прижал, чтобы эта рука, которая будет делать, производить блок, она была жесткая. Мы это проходили, да? То есть когда ты одной рукой делаешь, это одно. Когда ты второй рукой, то есть они вместе, воедино, большая сила. То есть вот, если не только эта рука бессильно болтается, вторая давит, у нее этого мало. Если вы будете как бы немножко поддавливать сюда, там процентов на 10, чтобы 90 двигать сюда, будет жестче гораздо. Чтобы не разбивалась эта связь, потому что тут нет ручки взять за нее, да? То есть вы не хватаете, так вот не делаете. То есть немножко как бы подойдите вот так. Раз, раз, подойдите на руку, подойдите на руку. Раз. И ши! То есть контроль такой, как состояние, передайте состояние готовности. Замах сделали. Мы делаем у нас по центру. По центру здесь от плеча до локтя ровненько, горизонтально. Раз. Пальчики вниз здесь, кулачок сжатый. Раз. И вот сюда вот так вот. Ручка здесь, да, все правильно. Саня, ты должен вот сейчас стоять, а не болтаться в разные стороны. Не шажочек вперед. Ос. И... Нет, замах сделали, не спеши, ты спешишь. Мы подсчет делаем, а ты берешь, сразу же ломаешься. Мы так долго будем делать и ничего не сделаем. Вот она, центральная сила, кулак летит. Раз, и захватить надо, отхватить. Давай, эч. Начали делать, лишнее не попало. А ты должна зацепить руку, зацепить вот эти в сторону, то есть по центру здесь раз, давай цепляй, раз, в сторону отвести, пальчики на себя вот сюда смотрим. Молодец. Эч, замах. Раз. Поворот стопы, замах. Поворот стопы сделай и вспомнишь сразу же, и замах сделай. Ты замах сделал? Скажите человеку, вот. Не, шаг вперед. И здесь то же самое, удар он летит, смотри. Эйч, как же мы сделали? Мы сделали. Видишь, ты делаешь сразу же, у тебя рука идет сюда. Получается, что ты как будто сверху вниз ставишь. А надо блок вывести и в сторону отвести, как сотку УК. Не отсюда вот так вот, в конечное поставить. А он делается раз, Шихан показывает, прям вот, показывает вот. Прям демонстративно показывает. Он должен по кругу пройти. Здесь вот это направление. Перекрыть. Надо. Перекрыть. Замах. Раз. Перекрыть сюда. Нужно, чтобы рука здесь прошла. Сам. Ос. У тебя в конечное положение стало. Могут прицепиться, и ты не сдашь из-за этого. Я какой раз говорю, ты не делаешь. Какой раз говорю, ты не делаешь. К этому прицепиться. Шихан требовательный инструктор, экзаменатор, он прицепится. Поэтому делай, как говорят.
H. Не шаг вперед, прямо локоточком. Вот когда мы дзюцуки идем вперед, мы рукой толкаем туда, да? Ты ее отвлекаешь. Мы рукой толкаем туда, да? А здесь мы локтем толкаем, когда мы стоим. Замах сделали, поворот. Шажок мы локтем толкаем вперед. Ручку раз. Разогни больше. Подальше. И в сторону проведи. Вот. Раз вперед. И сюда. То есть такой тун-дун. 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 То есть раз в сторону провести. Как бы, смотри, вот он я делаю. Раз. Ручку вперед и провожу в сторону. Отложу в сторону. А если бы я в конец ставил туда, чего бы получилось? Ну, не получилось, то есть надо вперед просто отвести. Понимаешь? Малате, заступ. Раз. И замах сразу. Вот молодец. Ни. И отводим в сторону. Оп. Отвести нужно. Отвести, отвести, отвести. То есть заступ мы сделали, замах. И в сторону. Отвести в сторону, понимаешь? Эч, а раз, замах. Ми, так вперед сделаем. Сам ручку выпрямили. Алена, в левый угол. Ты в конечное положение сразу поставил. А нужно в угол, в левый. Видишь, сюда вот я отвел. И здесь, Алена, в угол сюда сделай. Вот сюда. Чтобы здесь провести в сторону, как дворник в машину видел, они ездят раз, раз протирают, да? То есть надо вот с этого положения здесь провести. И проводишь, оп, молодец. Эч, замах. Молодец. Локоть вперед стоит, вперед, вперед. Как бы скручиваешься позвоночник. И шажочек вперед. Молодец. Выпрямляешь сюда в сторону, раз. И отводишь. Хоп, молодец. Сделай. Ну, подстраивайтесь, я ей показываю, то есть подстраивайтесь, чтобы ну, были не бездушные машины, не роботы, которые, знаете, я говорю, вы, наверное, что-то хотите. Да, я понял, что вы что-то хотите, там не важно, что ты оператору там рассказываешь, соедини с оператором, он там тебе, да. Готов вам предложить, там, и там по ушам тебе ездят, как очень долго-долго. Вот, не будьте такими бездушными, не интеллектуальными, как бы это самое. Подстраивайтесь, как ну, мы делаем, чтобы здесь 90 градусов. Раз. Эч. Раз. Молодец. По центру, по центру, по центру, по центру. Тебе надо скрутиться. Ни. Шажочек. Пальчики вниз. Сам выпрямляй, вот сюда выпрямила и в сторону, хоп, отвела. То есть не по прямой, а немножко раз, то есть как раз, то есть раз, в сторону отвести, то есть туда, понимаешь, в сторону отвести. То есть вот мешок надо отвести в сторону, раз, поставил, в сторону отвести, поставил, в сторону отвести, понимаешь, это двигать, все получится, не переживай. Во, молодец, красотка. Молодцы. Раз и замах сразу же сделай. Замах делаешь, поворачиваешься. Раз, вот сюда вот поставил и здесь отходишь в сторону. Оп, молодец. Эч. Ни, входит в уголочек. И в сторону проводишь в сторону. Ос. В конечном делаешь. А надо вперед и в сторону провести. Сейчас добавляем еще счет. Выводим вперед. И только на следующий счет в сторону. Саня, не хочешь посидеть? Может устал, нет? Сядешь, посидишь? Не отвлекайся, пожалуйста. Эч. Не, шажочек. Выпрямляем в левый, вот, в правый верхний угол сюда. Выпрямляем раз. Ос. Так, 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 вот. Раз, сюда выпрямляем. В угол, не здесь, а сюда. Туда дальше, вот здесь. Вот смотрите, сейчас проверим. Возьмем, короче, как бильярд играет у нас, да? Раз, ты должен руку сейчас вывести. Вот он вывел, рука летит как бы ему пониже, пониже, пониже. Вот она летит, 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 он должен зацепить эту. Цепляй, ну цепляй, отводи в сторону. Раз,
У тебя проверил, вот он летит тебе, летит, ты руку сюда поставил. А надо, чтобы ты зацепил, поэтому ты должен в этот угол вылезти. Понял почему? Вот он. Раз, давай, делай блок, хопа, отвел. До того, как рука зацепится тебе вот в это положение, вот сюда, вот, понимаешь? Саня сделал замах, вот она, рука летит, и в руку попадает. То же самое. Поэтому ты должен здесь вот скрутиться сюда, больше плечо повернуть, руку сюда выдвинуть сюда. Руку надо выдвинуть. Я вижу, что ты не хочешь делать. Ты же знаешь, ты либо делаешь, либо не делаешь. Либо ходишь, либо не хочешь. Ты сам должен принять решение, никто за тебя. Никто не будет тянуть за уши, когда ты не хочешь. И вот она рука летит, делай. Опа, в сторону отнести. Молодец, красавчик. Егор, поднимись, пожалуйста. Вот она, рука противника летит. Так. Все у нас. Маленький человек, не оформившийся, поэтому мы с тобой сделаем вот так, чтобы ты не боялся. Катану. А? Можно психологически же травмировать? Нет, катану нельзя. Как-то. Раз, вот так. Опа. Вот он, кулак у нас летит. И вот если ты руку ставишь там, где там ты ставишь, да, она тебе в руку ударит. Поэтому тебе нужно отвести в ту сторону. Отведи дальше. Вот, летит, и ты отодвигаешь руку. Вот она здесь закончит свое движение. Покатай. Вот. Вот что делаем. Пич. Раз. Локоточек по центру. Ни. Шажочек вперед. Сан. В этот угол выдвигаем. В этот угол. У тебя по центру. То есть сюда немножко. Раз. И сбоку проводим. Сан. Раз, поверь в сторону. Вот Шихан на это будет внимание уделять очень сильно. Он будет смотреть мелким нюансом этим. Потому что если человек просто сделал, он обладает какими-то, ну, такими базовыми, начальными знаниями. Я думаю, пытаюсь поделать. Молодец. Верю. То есть ты сознательно делаешь, целеустремленно как бы. Но вот если человек делает вот таким вот образом, то есть он обладает какими-то базовыми знаниями, но не понимает, что он делает. Поэтому надо вдумчиво делать, понимать, что именно происходит. Для этого бункай есть. Вот сейчас мы такой бункай рассмотрели, то есть как это делается. Молодцы. Ильич. Не. Не. Вывести надо, вывести. Все правильно, но вывести надо. Ты в конечное положение опять поставил. Тебе нужно по центру делать. Сюда больше заворачивать, тогда будет понимание. Эч. Ос. Раз сюда. И здесь фиксируем. Ручка здесь сломалась, кисть не следишь. Если она у тебя здесь сломана, и мы так вот поднадаем, видишь, она ломается в районе запястья. Поэтому ровненько ставим здесь вот так вот. И проводим в сторону. Ша. Молодой человек, попрошу вас не отвлекаться. Саня, смотри по сторонам, Когда ты невнимательный, может и машину задавить. Невнимательный, уставший шел там, все, на тренировку идут, тебе сверху кусок бетона прилетит и все пробьет. Таких случаев куча. Вот сидят до сих пор в инвалидной коляске. И тут ничего смешного нет. Всю жизнь под себя ходить. Это что, нормально? Внимательно, будь смотри по сторонам, ты очень невнимательный. И довели удар, блок. Саша, довели блок. Ич. Раз, по центру прям завернило, чтобы он по центру был. Но не выше, чем плечо. Не выше. Потому что если ты выше делаешь плеча, да? Вот мы сейчас смотри, дай ему туда, у тебя он сломается, правильно? И ты вперед пойдешь, вот, допустим, смотри, Егор, выйди сюда, пожалуйста. Вот здесь. То есть вот он стоит, делает замах у нас этой рукой. Раз. Замах сделал. Если он вверх поднял, как бы, да? И то есть я на него лечу, то есть бью. Вот. Руки опусти пока, как бы ставим его в стоечку, я начинаю делать удар, а ты сделай этот замах, который мы сейчас с тобой делаем. Но противник летит на него, а замах! Как насчет сделать другой рукой? Мы этот раз и делали с тобой. А он руки здесь поставил. То есть здесь можно не бить его, а руки поднять ему туда. Если сзади стенка, то получается, что у нас? Голова. Вот стенка, то есть он, и у него тут все открыто, как бы, да? Давай назад вернемся. Руку поставить назад не было. Вот, то есть здесь вот надавили, здесь у него голова открывается. То есть здесь мы можем провалиться, локтем ему туда сделать, да? Правильно? Да. То есть очень
вообще запросто, тут можно развивать дальше какие-то мысли. Ну, голову ему закрутить, как бы, либо что, ну все что угодно, понимаете? То есть, если у нас локоть здесь стоит чуть выше, это мое Лене показано, у тебя не было такой ошибки, чуть выше, надавливаем, она ломается, закрывает визуальный вам обзор противника и всего того, что вокруг происходит, правильно? Вот. Если здесь ровно, и мы давим, мы никак не сломаем, сил не хватит, реально. А если у меня еще спинка ровненько, то есть, вот я надавлю на него, в этой точке и останется жестко. Стой, стой. Вот я сейчас опускаю, ты должен не провалиться вперед. Оп. Оп. И здесь он выпрямляет ручку. Раз. И делает в сторону. Вот именно вот это движение шатан будет хотеть увидеть. Понимаешь? Если ты его сможешь сделать, значит ты понимаешь то, что делаешь. Оп. Молодец. Ич. Ну, следующий. Мы уже сделали этот блок, сделали. Не следующий сейчас. Раз. Нижний жучок вперед. Выносим сюда. Сарос. Видели? Молодец. Сей. Раз, провели. Кроссовка. Видишь, получилось, когда вот тебе объяснили, все, и все получается. Сейчас вот на один счет поделаем, и все будет хорошо. Не переживай. Ич. Санька. Молодец, по центру сделал, локоток вверх не задрал, то есть жесткое, поэтому в плечо надо. Именно поэтому еще и в плечо надо. Если ручку поставить сюда, то здесь то же самое как бы. Хватим мы его, то есть он сам себя не задушит. А есть, кстати, есть еще, если в самообороне можно сюда подойти по сторонам, кое-что покажу. Есть еще, когда вот, ну, в процессе поединка, да, то есть, можно схватить за куртку его, то есть, да, оп, и этой курткой как бы его, самого, и поняли смысл, да? Вот. То есть давай вернемся сюда, то есть вот ногу вниз опустить, то есть он сам себя как бы и душит. Это за капюшон взять. Да, то есть сзади можно подойти, здесь, оп, и, то есть его, значит, курткой как бы, после него, то есть используя его, как бы, его одежду и все остальное, то есть можно таким образом. Надо быть готовым, потому что не всегда, допустим, противник его возьми ножик, притащи, пожалуйста, сюда. Вот, допустим, злодей будет вас атаковать ножиком, да? Атаковать ножиком. Вы блок делаете, шиа! Он же не будет давить туда. Давайте вернемся так, чтобы не было тем, кому сегодня нету. Раз. Умный человек не будет давить сюда. Он просто руку на себя дернет и порежет здесь. Макота? То есть он дернет на себя. То есть есть же опытные, которые подготовлены. На улице они обычно не ходят, правда, да? И они понимают, что это не тот вариант, который решает все проблемы. То есть с ними шанс встретиться, он минимален, как бы, да? Тем более человек, который будет... Если вы не поступали в отношении святых людей, нехорошо. Вот как бы. Ич, выпрямили. Вот сюда вот выпрямили, в эту сторону. Раз. Са, отвели в сторону. Ич, молодцы. Ич. Поворот за стоп. Вот в это место локоточка. Или сюда, в другое место. Раз, вот сюда. Тут подушечка такая. Раз. Раз. И здесь вниз. Вниз. И вот так вот вниз. И шажочек вперед. Сам в этот уголочек провели. Молодец, сторону провели. Саня. Красавчик. Молодец, заступ. И замах сразу же. Поворачиваемся туда и в сторону. Выводим и отходим в сторону. Ос. Смотри еще какой момент. Егор, зайди, пожалуйста, туда в сторону. То есть, когда ты замах этот сделал, да, вот еще раз. Бедра скрутила, здесь вот так раз. Повернись сюда, вот ты делаешь. Там носочек поставь. Если ты делаешь сразу же этот поворот, бедра поворачиваем и сюда ставишь, да, то ты будешь что сделать? Вот Егор, допустим, становись, в ту сторону повернись лицом. Вот. И вот он поворачивается, да? Поворачивается, поворачивается. И если он выведет сразу же в конец сюда, то он получит голову здесь. Либо пальцем в голову, махота, либо по глазам получит. Однозначно. Да? Если он быстро сделает, то есть можно ему и палец туда засунуть, да, и щеку оттянуть там, и все что угодно, как бы. Он в одну сторону, голова в другую пошла. Как бы, да? Поэтому в ренраку, помните, мы делаем, повернись в ту сторону, в ренраку делаем,
проводится ручка и здесь проводится. И становится потом уже в боевую стоечку. То есть надо защититься, а потом встать. С коричневого пояса и выше, то есть поворот делается каким образом? Вот таким вот образом. Раз, мы отводим руки сразу же. Вот он, допустим, поворачивается, лицом туда становится, ручки выпрямим вперед. Раз, поворачивается ко мне, вот она рука летит, и он защищается. То есть он защитился, если руки не вел сюда, да? То есть, чтобы... Если ты проведешь слишком дальше, как бы, может получиться такая ситуация. Он отвел и стал в стоечку боевую. Ручки на себя веди, он на себя руки ведет. Здесь он может попутно как бы и меня схватить, если он, допустим, в другой стоечке на себя дернет. Вот стойку поменяй. То есть он здесь может дергать, хоп, в боевую стоечку. Выйти в боевую стоечку и вынести меня с равновесия. То есть, если это не вперед, а если на вниз, то уже согнешься, уже тоже не думаю. Поэтому очень важно, когда ты делаешь, последний раз ты сделала, да? Так, ты сделала последний раз, ты делаешь, да? Смотри, поворачиваешься ручку сюда. И отходишь в сторону, становишься в стоечку. Макатай. Провести именно заранее, подготовить такой на МВД, момент маленький, небольшой. Раз. Поворачивайся. Ты в конечную опять поставила. То есть тебе нужно сюда вынести, в этот угол, в этот угол. Раз. Вот, молодец. И приготовились. Егор чуть-чуть назад, подровнялись. И сделаем заключительным, как Шихан говорит, вишенкой на торте. Закончим эту тренировку туда-сюда, сделаем два раза. Макатай, приготовились. Не прижимай к себе, руки должны отогнуты быть, отодвинуты от себя. Когда ты помнишь, прижимаешь, руки прижаты, тебя наносят удар, а ты этим же ударом по себе идешь, на расстоянии. Вот такой принцип, чтобы ты противодействовал немножко этим давлением. Мугуры, два раза, хаджу. Ос. И по делу сделай, закрепи немножко на пальце. Че. Ос. 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 Че. Ос. 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 Че. На уре. Ос. Сейза. Сейза. Макусор. Сейчас я подойду секунду. Макусо, там видео записывается, а сердце не тоже. Ос. Симпани рей. Ос. Такани рей. Ос. Додзани рей. Ос. 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 Молодец. Ос. Остерянный фигур переодеваться. Саня. Ос. Монетки положу, он там, видишь, раз, два, на третьей полочке.